Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Евгений Петросян скорбит о своем товарище, артисте «Кривого зеркала» Вячеславе Войнаровском. Он признался, что испытывает очень тяжелые чувства. Смерть оперного артиста стала потрясением для его друзей и коллег. Евгений Петросян одним из первых выразил свои соболезнования семье товарища. 24 сентября исполнитель ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Эту информацию подтвердил сын Вячеслава Войнаровского. Евгений Петросян был знаком с артистом 40 лет. Известие о смерти друга разбило юмориста. «Ушел от нас наш товарищ, и нам очень горько на душе», — признался он. Артист добавил, что считает, что и многочисленным зрителям также горестно сознавать утрату. По его словам, ушел из жизни талант. «Дорогой Славочка, я тебя никогда не забуду и довольно часто в наших актерских разговорах буду вспоминать о тебе и напоминать зрителям о тебе в моих передачах». «Вечная память», — поделился эмоциями Евгений Петросян. К соболезнованиям народного артиста присоединились поклонники. «Как жаль. Войнаровский — это глыба, величина. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!»